Жизнь во Христе имею, радость во Христе имею, исцеление во Христе имею, благословение во Христе имею. Иисус, мой Господь, Царь царей, Он живет во мне. Мой Бог, жизнь во Христе имею, моя жизнь во Христе Иисусе, жизнь Иисуса Христа во мне. Это и есть настоящее христианство. Все остальное – это все философия, разговоры вокруг да около. А это самая суть – жизнь во Христе, моя жизнь во Христе, жизнь Иисуса во мне. Братья и сестры, это Евангелие. Это действительно, да, благая весть. Это новая жизнь. Христианство по-настоящему – это не религия. Вообще-то Иисус Христос, по сути, Он конец всякой религии. Иисус Христос – начало истины, веры, жизни, всего-всего-всего. Начало всех начал. Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. Жизнь во Христе имею, радость во Христе имею. Он царь царей, и Он живет во мне. Я во Христе, жизнь во Христе имею. Иисус во мне, а я в нем. Он царь царей, мой Бог живет во мне. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, мой царь. Слава Богу Святому, братья и сестры. Принимаем Иисуса Христа верою и живем верою. Благодарим Бога за все. Радуемся, славим Бога, несем благую весть всему истрадавшемуся человечеству. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един посредник, ходатай Нового Завета, да, великий первосвященник, царь царей, Господь господствующих, Иисус Христос. И ни в ком у нас нет спасения, дамы и господа, братья, сестры, друзья, товарищи. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, всему человечеству, дарованного свыше от Бога, которому надлежало бы нам спастись. Им мы спасены, им мы спасаемся. Слава Искупителю всего рода человеческого. Навеки слава. Жизнь во Христе Иисусе, радость во Христе Иисусе. Он царь царей, Христос живет во мне. Мой царь, мой Бог, мой Господь. Аллилуйя, как Фома некогда воскликнул: Господь мой и Бог мой. Сегодня миллионы-миллионы сердец восклицают то же самое, лицезрея глазами веры, сердцами своими, чистый облик Иисуса, светлый облик Христа. И Он живет в нас, а мы в Нем. Это самое важное, самое драгоценное. Слава Богу Святому! Спасибо, Господь, за все, спасибо. Да благословит тебя Господь, брат, сестра, друг, товарищ, брат. Да благословит всех нас Господь. Да благословит все 8 миллиардов на земле людей. Уже более 8 миллиардов на земле сокровищ, прекраснейших божественных сокровищ. И каждый дорог, бесценен в глазах Всевышнего Бога. 8 миллиардов драгоценнейших жемчужин на этой земле, бесценных. Каждый из этих жемчужин больше по цене, чем это небо, земля, недра ее. Все, что мы видим. Потому как Господь оценил ценою своей жизни, своей крови. Он оценил выше себя каждого из нас.
И Он действительно возлюбил весь этот мир. Каждого, всех и вся. И Он доказал свою любовь, явил свою любовь ко всему человеческому роду, ко всему творению своему. Он отдал Сына Своего Единородного на крест, на Голгофу, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И 41 год тому назад, с половиной получается, да, уже почти 42 года, 42 год идет моей жизни, новой жизни во Христе. В 82 году, в начале 82 года, это чудо в моей жизни произошло, столкновение с Богом, встреча с Ним, с, Его, с этим океаном безбрежным Его любви. И 42 год идет моей новой жизни. Так-то я 69 года, получается, рождение-то по плоти. Слава Богу за моих родителей, маму, папу. Их уже нет уже, да, Царство Небесное, как говорится, да, моим родителям. Но я благодарен, да, Богу за то, что Он через вот моих родителей, маму, папу использовал, да, благословил их, их любовь благословил, да, и я появился на свет в 69 году, весной 69-го. Но еще больше я благодарен моему Богу, моему отцу, матери моей. Он есть и матерь, и отец. Он себя сравнивает то с мамой, то с папой в Библии, да, но он каждый раз показывает и доказывает, что его любовь намного больше, чем все то, что мы знаем, как любовь материнская или отцовская. Он намного больше, чем мама, папа, чем все, все, что мы знаем вообще, как любовь. Он есть любовь. Он есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Вне его все тьма. Он есть свет. Он настолько хороший, что по сравнению с ним все мы, земные родители, злые. Если вы, земные отцы, да, будучи злые, можете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст благо просящему Него, даст Духа Святого просящему Него. Он хороший, Бог хороший, нет в нем ничего плохого. Спасибо, Господь, за все. Жизнь во Христе имею, радость во Христе имею. Иисус Христос, мой Господь, мой Спаситель навек. Аминь.